Уже вторые сутки в США регистрируют рекордное количество новых заражений коронавирусом. Там заболели больше 70 тысяч человек. Это самый большой прирост с начала пандемии. Растет и число погибших. 4 дня подряд в 19 штатах умерших более 900 человек. Еще в 6 штатах, среди которых есть Алабама, Джорджия и Северная Каролина, сообщили о рекордном наплыве пациентов с COVID-19 в местные стационары.